Всем привет, добро пожаловать на канал Planet Home. Мы с вами продолжаем прохождение наших бобров, и начать эту серию я хочу вот с чего. Мы установим дополнительную хижину лесника и разместим ее прямо-таки напротив предыдущей. Это сделано специально для того, чтобы можно было увеличить скорость и плотность посадки всех деревьев. Тем более, именно в этом месте мы с вами будем получать основной массив будущей древесины для строительства нашего поселения. Далее, у нас уже более 200 очков исследований, поэтому надо что-то нам открыть. И откроем мы с вами Gear Workshop. Место, где мы с вами будем производить детали для строительства коннекторов. Стоит это 100 очков исследований открыть? Да. Значит, для постройки потребуется 15 бревен и 25 планок. А делается, кстати, одна планка равняется одной детали. Классно. В принципе, один к одному идет по исследованиям, точнее, по строительству. И потребуется нам, чтобы задействовалось все время вот это здание. А эту точку мы тогда разместим где-нибудь. Нет, здесь мы ее точно ставить не будем, потому что мы здесь сделаем систему дальнейшего распила через это колесо. То есть мы другие колеса больше ставить не будем и от него запитаемся. Поэтому это строение надо куда-то перетащить, например. А, слушай, знаешь, как мы сделаем? Вот так. Во-первых, мы возьмем склад дополнительный, поставим для бревен. У нас тут будет идти дорожка вот в этом местечке, да? То есть получается, здесь освободим место и можно будет попробовать бахнуть его вот сюда, правильно? Даже вот сюда, наверное. Да, вот так мы это сделаем. И законнектим еще сюда тропинку. Во. А тут мы какую-нибудь сделаем скамеечку. Пока они все таскают, во-первых, давайте также уберем, наверное, до 18 часов рабочая смена. И у нас уже 13 взрослых и 16 тех, которые могут находиться под крышей. Поэтому надо построить некие макеты, где будут жить у нас другие бобры. Мы вроде как планировали этот район с вами сделать для заселения, поэтому раз, два. Дальше мы возьмем, наверное, третий домик, как мы поставим вот таким вот образом. Четвертый попробуем вот так поставить. Один еще разместим вот так вот. Ну и, наверное, пока все. Еще один вот так можно поставить. Такой небольшой райончик организовали. Почему? Потому что здесь у нас пойдет улица и будет выходить дальше. Следовательно, вот здесь тоже будет дорожка. Ну а внутри мы закидаем разного декора. А, кстати, точно, дорожки и планки. Нам потребуется включить вот это строение. Мы вроде как все изучили, и у нас еще 120 очков. Слушай, а мы тогда изучим скамейки, да, за 80 как раз-таки, как и планировали. Требуется 10 бревен. Первую скамейку разместим вот здесь. А дальше, дальше, дальше. Дальше, наверное, лучше оттолкнемся сначала от дорожек, как они у нас вообще здесь пойдут. И как это все дело будет выглядеть. То есть у нас до сюда идет, до сюда. Дальше у нас подход вот сюда идет. И вот сюда. Здесь, наверное, какие кусты ставить не будем. Просто сделаем скамеечку в этом месте. Дальше сделаем ее вот тут. Вот тут. Ну, а по бокам два куста. Раз, два. Даже не два, наверное, а три сделаем. Вот сюда еще один добьем. Да, не кисло мы тут набросали. Осталось какое-то все построить. Но с учетом того, что у нас работает 4 бобра, на это уйдет целая вечность, наверное. Ну, ничего страшного, подождем. Можно, наверное, даже временно еще одного из исследований убрать. Пускай помогает. Таскать, строить, добывать. А на полях у нас тоже по двое работает, да? Слушай, а мы сделаем вот так. Этого отсюда вытаскиваем, а здесь 92% сюда добавляем. Чтобы быстрее отработали это поле. Смотрю, конечно, за ними. Такие эти труженики бобры. Таскают. Так очень все координированно взаимодействует между собой. Кто-то планки таскает. Кто-то сразу пошел там бревна рубить для того, чтобы построить новые дома. Кстати, новый домик у нас уже готов, и это радует. Очень классно, очень классно. Ребята, ну, наверное, большинство из вас даже не представляет, что нас ждет в дальнейшем. Во-первых, это у нас будет чуть ли не полноценная стратегия, и у этих бобров, на самом деле, я об этом не стал говорить в самом первом ролике, их тут три расы, три разных вида, три разных нации бобров, они разного раскраса, там оранжево-белые, они между собой будут враждовать, и я вам скажу, более того, они будут производить оружие, я даже видел уже некие такие сценки от будущего геймплея, там они будут бегать с базуками, то есть вместо бревна у него будет там РПГ, они будут делать УЗИ, прям пулеметы, то есть как бы это будет очень интересно, то есть игра будет развиваться, точнее она уже развивается, а во что это все выльется, это конечно мы сами уже вместе посмотрим. А, также небольшой инсайт, домики у нас с вами будут уже без сена на крыше, они будут у нас выглядеть из кустов, там как, ну как будто бы какой-то некий кустик, то есть там листья будут находиться. Поэтому в ближайшее время игра у нас очень сильно поменяется. Но мы будем по-любому продолжать следить за этим проектом, тем более он мне чертовски понравился. И, ну, это очень интересная просто такая гибридизация игры будет. То есть вроде сейчас все хорошо и мирно, а прикиньте, потом будет такая здесь пострелушка. Это да.
Сейчас, наверное, большинство из вас такие, типа, чё? Бобёр Сузи? Да, ребята, так оно и будет. Ладно, возвращаемся к нашей стройке. Опа, смотри, сообщение выскочило. Новая раса доступна нам. И только я вам за это начал рассказывать, и сразу сообщение выскочило. New race unlocked, новые бобры, вот как раз таки оранжево-белые. Но мы пока не будем их никак встречать, мы сможем просто их выбирать, если мы начнем игру заново. Но это момент к тому, что будут дальнейшие стычки. Мне кажется, я зря им сделал 18-часовой рабочий день. Надо побольше поднять, да? А то они как-то очень медленно работают. Много отдыхают, много проводят времени с семьей. Не, ну конечно, здорово, классно, замечательно, но надо строить, 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 еще раз строить. А у нас планок-то хватает на строительство? Нет, он даже не успевал. Он, то есть, все на дорожке начал тратить, да? Или даже не на дорожке, а на какую-то другую дичь. Я просто не понял, откуда, куда уходят, уходят все планки? На что? Учитывая тот факт, что планки требуются только для строительства дорог. А ни одной дороги нету. Вот это дело, вот это прикол. Мужик, а куда уходит? Что у нас за левак-то пошел? Ну тут две дорожки он сделал, я вижу, а дальше? Какая-то чертовщина происходит здесь непонятная. Бобриный бунт. Зато все купаются, ты понимаешь? А, ты смотри, вокруг них получается какая-то зеленая. А, это может быть, подожди. Это их силуэты так прорисовываются. Я думал, грязь не какая-то что ли сыпется. Типа момент отмыва происходит. Что-то они больно быстро здесь все вырубили. Так мы выделим, пускай еще немножко пособирают. Здесь, наверное, тоже нам потребуется. Тем более, здесь у нас дома будут идти. И вот тут, наверное, поставим на вырубку еще пару деревьев. Здесь все, у нас больше ничего не подсвечивается. Да, походу все. Хотя, если честно, этот лес не особо хочется трогать. Давай-ка, наверное, тормознем. Да, тормознем здесь вырубку. Он просто так прикольно смотрится, так гармонирует с возвышенностью. Вот, отлично. Пошла добыча древесины и еще парочку домов достроили. Неужели все? Неужели все деревья готовы? Охренеть. Да. Ну, тут вариант либо куда-то далеко убегать, либо все-таки рубить этот лес. Хотя у нас поблизости больше других вариантов-то и нету. Либо ждать. Но вот видит бог, не хочу я реально снимать этот отсюда лес. Вот просто не хочу. Он так охрененно здесь смотрится, да? То есть домики, сверху деревья на возвышенности. Нет, не будем трогать, буду ждать. Если были бы мосты сейчас, могли бы здесь бы немножечко порубить. Но с другой стороны, хотя с другой стороны, почему бы и нет. Сейчас накупим, отправляемся на работу на максимум. Вот сюда отправляем товарища и сюда. Тут же уже со стороны не наше поселение идет. Мы тем более будем идти дальше в горы вот сюда, а не через речку. Поэтому да, окей. Хотя смотри, нам потребуется не только очки исследования, 110 их, да, надо будет, но потребуется еще и 2 бревна и 4 планки для строительства одного моста. А сколько нам потребуется здесь дорожек? Ну-ка, ради интереса, а здесь даже не просчитать никак. Хм. Ну, примерно, наверное, раз, два, три, четыре, пять, шесть, около 7, да, около 7 досок потребуется. Ну, точнее, 7 таких квадратов. В общем, ждем и фармим пока, да. Также у нас есть еще свободные люди. О, свободные бобры, поэтому добавляем их на поля. О, 4 дерева у нас повзрослело, ты смотри. Отлично. То, что мы добавили больше бобров на изучение, начал, конечно, прибавлять нам больший коэффициент при и получении наших science поинтов. Можно немножечко даже их потратить на шафти. Это как раз-таки переходник Т-образный, который позволит от одного колеса запитывать в две разные стороны для постройки будущих зданий. Поэтому мы их выбираем. Дальше у нас остается 110 и выбираем вот этот мостик. Ну-ка, сейчас одно проверим. Если мы сделаем вот здесь, предположим, центральное разделение. Отсюда до сюда. Нифига себе. Правда, немножко я ошибся. Не 7 нам потребуется мостов, а 8. Хм. Ну, это дорого, это реально дорого пока что. И то, вся эта дороговизна только из-за того, что я не хочу рубить этот лес. Ну, а с другой стороны, да, есть смысл немножко подождать, и все у нас появится. Тем более, смотрите, сколько здесь уже деревьев растет. Знаете, как мы сейчас сделаем? Мы поставим на паузу все вот эти постройки в виде дорожки, и все ресурсы отправим на строительство моста, на ту сторону. То есть здесь мы ничего удалять не будем, просто временно остановим это все дело. Отлично. Выбираем мост и начинаем это все дело сюда выкладывать. Давай сделаем вот здесь разделение. Оно будет отлично здесь смотреться. Прямо реально будет смотреться очень круто. И вот до сюда. А, забыл, надо выключить еще вот эти две дорожки. Точнее, 3. Ну, а здание для производства мы тоже пока временно тормознем.
подросло большое количество деревьев. И знаете, так смотрю я вот то, что находится за речкой. Блин, этот же лес тоже красиво смотрится здесь, ну реально. Наверное, мы с вами сделаем следующим образом. Вот этот пляж мы выкосим. Здесь у нас будут бобры отдыхать, зажигать и просто кайфовать. А наверху мы сделаем маленькие такие тропиночки через этот лес. И это будет смотреться прямо топчик. Прямо 100% это будет смотреться очень круто. То есть мы будем контролировать этот лес. Ну-ка, тут есть какие у нас еще подросли деревья? Сейчас посмотрим. Да, еще парочку есть. У нас даже тем временем уже одна часть моста построилась. Здесь у нас сколько требуется? А, здесь требуется только планки. Вообще, по уму, можно было бы, конечно, попробовать с помощью планок доделать это здание. И, соответственно, из дальнейших планок ждать, когда появятся они, опять же таки, строить детали и увеличить скорость с помощью нового здания такого же. Но, блин, это все долго. Мне кажется, мы быстрее здесь мостик сделаем и соберем отсюда древесину уже для дальнейшего строительства. А пока есть время, можно поизучать и посмотреть, на что потратить наши очки исследования. Хотя здесь вариантов немного, мы будем выбирать Piper Marker. Из досок будут, точнее, из бревен будет производиться бумага, да? Piper, это же бумага? Бумага, по-моему. А потом оттуда сразу же мы будем уже изучать с помощью бумаги, получать большее количество Science Point'ов. То есть на данный момент здесь они изучаются бесплатно, но приносят за долгое время всего лишь 2 единицы. Зато здесь с помощью 4 бумажек мы будем получать 20 очков за раз. Не кисло, не кисло. Ну, склады пока учить не будем, так же как и фермы и выращивание пшеницы. Это мы пока оставим. Да, выбираем тогда вот эту точку. Что нам требуется для постройки? 8 бревен и 6 планок. Окей, а большая она? Нет, небольшая. Мост. Мост почти что достроился. Наконец-таки. Последняя точечка у нас осталась, и мы с вами получим выход на соседнюю территорию. Также, кстати, у нас уже 130 очков нафармилось. Давайте-ка мы изучим сразу же эту постройку, которую планировали, да? То есть мы будем изучать уже 20 очков, точнее получать сайенсов за 4 листа бумаги. По сути, почти что все здесь уже исследовали, но еще пару строений. Это бакалейка у нас идет, это ватерпомп, она как раз-таки будет накачивать воду, ну, не вручную, а наши бобры будут с ведрами ходить. И тут еще, по-моему, где-то у нас даже есть хранение воды, на всякий случай, она у нас вот здесь, да, 120 поинтов, ватертанк. Ну, об этом чуть позже, опять же-таки. Слушай, а ты смотри, как у нас лес-то разросся, я уже думал, может быть, тотальную вырубку сделать, даже молодняка, но нет, хорошо, что я этого не сделал. Ура! Просто ура! Неужели мы достроили сюда мост? Ты посмотри. Ну что, ставим на вырубку все наше побережье, да, весь наш пляж. Это мы отсюда убираем. Кстати, наверное, даже сделаем тотальную вырубку, включая молодняк. Он нам здесь действительно больше будет не нужен. Мы тут какие-нибудь построим лобное место, может быть, сделаем. Может быть, сделаем пляжи какой-нибудь действительно в виде там бассейнов, понавтыкаем побольше их. Так, чисто для декора. Почему нет? Да? Все, это на вырубку ставим. Ну а верхушку уже не трогаем, разве что, наверное, вот так мы ее прорядим для прохода одного нашего, для прокладки нашей дорожки. Здесь у нас тем более идет такая некая возвышенность и заход наверх. Ну а теперь можно включать вот это строение. В первую очередь, конечно, планками надо все это дело отработать, а потом уже все остальное. Кстати, единственное, что также есть смысл, наверное, включить строительство наших скамеек. Они же у нас требуют только бревна. Вот тут, например, одну включим. Около поселения вот здесь включим. А, мы также забыли построить еще пару скамеек около нашей первой деревушки, да, около нашего первого района. Но мы их вот тут разместим. Раз, два. А в центре, наверное, поставим еще одну клумбу такую же. Три. Не, отбой, мы здесь сделаем цветастую лучше. Это удалим. А цветную, когда откроем с цветочками, мы ее сюда разместим. Сколько у нас тут уже единиц натаскали? 7 единиц. Ну, чуть-чуть осталось, да, я думаю, за день-два успеет. Обратите внимание, кстати, у нас тут появилось новое строение, механикал, ну, типа механическая пила. Работает 4 бобра и потребляет 3 планки, точнее, делает 3 планки из одного бревна. То есть здесь у нас, получается, 1:1 идет, а здесь у нас идет 1:3. И это офигенно классно, только для этого требуется нам 400 поинтов. И строительство, мама не горюй, сколько стоит, 20 планок, 20 деталей и 60 бревен. Не кисло. Конечно, хороший коэффициент, но пока, наверное, не потянем. Будет, наверное, все-таки проще поставить еще одну такую пилу, да, где он вручную будет делать нам планки. 1:1. Ну да, скорее всего. Потом разживемся уже планками и деталями, сделаем хороший запас, плюс получим некое количество очков после исследования и производства уже через бумагу. И только потом уже можно будет построить эту механическую пилу. Ну да, наверное, примерно как-то так у нас все будет выглядеть.
Ну-ка, возвращаемся к нашим цветам. Сколько стоит? 70 штук. Давай, выбираем. И построить ее прямо-таки в самом центре. Вот здесь. Обычные кусты у нас с вами ставятся только из бревен. А эти у нас, получается, ставятся только из планок. И причем не одной штуки, а целых 4. Еще 5 планок. И все, строение готово. Ну, неужели? Слушай, сколько у нас здесь деревьев? Я уже даже начинаю думать, может быть, зря мы там целый пляж начинаем выкашивать. Может быть, есть смысл остановиться, пока есть время, а? Да, давай-ка, наверное, пока тормознем. Пускай вырубается наш лес, который специально как раз для этого и выращивается. Ура! Наконец-таки они построили. Все, теперь включаем все наши строения, которые надо будет доделать нам. Это идут у нас кусты, дорожки, скамейки и, в общем, все-все-все, что идет в новом районе. После того, как мы это все активировали, кстати, скамеечка прикольно вписалась между домов. Значит, мы теперь можем спокойно производить детали, и надо понять, как нам это все дело тут сдвинуть. Во-первых, самый важный момент, чтобы он хотя бы парочку деталей нам сделал, и у нас находилось на складе, пока их ноль. Сейчас построит, сделает, и мы с вами тогда, получается, будем удалять это строение и сделать переноску. Для коннектора у нас требуется одна планка и... А, для этого сколько требуется? А, для этого одно бревно. Все, я понял. То есть одна планка, одна деталь и одно бревно. Ну, пускай, наверное, дороги достроят, чтобы как раз у нас планки точно никуда уже не уходили. Ну, вот о чем идет речь. Да, только что одна была находилась на складе, и бац, она улетела сразу же. Бесконтрольно просто забирают и уносят на то, что было поставлено в первую очередь по постройке. Отлично, все доделали. Можно смело теперь это все нам сносить. Это мы удаляем. Планка у нас есть на складе. Делит. Также мы удаляем вот эту часть. Начинаем ставить T-shaft в развороте. Вот таким вот образом. После... А, кстати, слушай, подожди. Это я немножко поспешил. Надо сначала понять, как у нас будет по размерам все эти дома. Значит, получается, у нас первая идет вот здесь. Вторая у нас постройка пойдет вот в этом месте, да? Получается, теперь надо их нам запитать. Мы ставим опять уголки. Ага, офигенно я придумал. Так, нам, получается, по-любому требуется уголок, только уже вот такой. А, стоп, все нормально, да, здесь он идет без использования детали. Значит, одну ставим вот сюда, одну вот сюда. Дальше потом также можем все продлить. Но здесь еще есть некий нюанс. Колесо вырабатывает некое количество энергии, конкретно 290. И эти здания потребляют тоже некое количество энергии. То есть здесь надо будет еще и такие расчеты делать. Возможно, даже ставить пару, там, может, два колеса. Как раз-таки у нас в этом месте есть свободное местечко. И большая территория для того, чтобы можно было увеличить с помощью T-шафта, предположим, вот такого, да? Мы его установим в этом месте и продлим для строительства большой пилорамки. На 4 на бобра. Во, заработала первая, отлично. Все, обе теперь у нас подключены. В центре, ну, не знаю, какой там декор, можно будет такие дорожки, без разницы. Мы вот тут, наверное, поставим им куст, а перед кустом мы сделаем такую скамеечку. Чтобы они выходили и могли спокойно отдыхать здесь. Значит, тогда далее строим производство уже бумаги. Мы ее разместим. Сколько нас, кстати, сделать? Стоит у нас 6 планок и 8 бревен, да? Также требует одно бревно для своей дальнейшей работы. Но ее можно построить где-нибудь в этом местечке. Хотя... Мы ее, наверное, поставим вот тут. Одну здесь, а другую... Под таким вот углом, вот, нет, хотя, вот так мы ее поставим, да. Подключаем дорожками, вот так вот, и запитываем вот сюда ее. Здесь достаточно большая территория у нас осталась, если что, мы, наверное, даже вот так вот сделаем, это мы уберем, а вот это мы подставим. Как раз где наша пилорама, местечко пригодится. Ну а по поводу тех лабораторий, которые работают уже у нас на бумаге, естественно, они будут вставляться у нас вот сюда, это мы вот удаляем. Нам-то больше здесь не надо. И ставим тебя. Раз. А, смотри, у него выход у нас получается с правой стороны, да? Туда вот так и можно будет поставить. Одну тут, а вторую как-нибудь вот так. Это тоже удаляем. И поставить тебя вот сюда. Плюс законнектить дорожкой. Все по фэншую. А, слушай, тогда, наверное, есть смысл также здесь еще сделать дополнительный кустик, чтобы он здесь как-то смотрелся и давал некое ограждение. Ну, а эта постройка нам уже, наверное, больше будет не нужна. Поэтому удаляем и просто освобождаем нам бобра. Причем самое, что интересное, как раз-таки именно такая закругловатая часть этого здания, овальная, да, она у нас будет находиться к центральной площади. То есть здесь ничего это не будет мешаться, никаких там дверей техногенных и технологических. То есть будет именно все находиться с боковой части. Осталось только ресурсов, надо это все натаскать. Здесь у нас идут планки и бревна. Ну и аналогично, здесь тоже у нас идут планки и бревна. Причем такое их огромнейшее количество, просто огромное количество.
Нам надо будет отправить ребят на вырубку, пополнить запасы древесины, и чтобы свободные как раз бегали все это дело тут таскали и рубили. Единственное, смотрите, у нас получается сейчас уже 21 взрослый, 4 малышей. Потребление пищи становится просто сумасшедшим. Это к тому, что потребуется нам новые поля. Наверное, давайте удалим картофельное поле. Хотя нет, давай мы его дособираем, потом мы его удалим и сделаем все везде, чтобы была одна морковка. Будем пока выезжать как-то на ней. Где у нас морковные поля? Вот здесь. А наверху мы построим как раз-таки поля, которые будут нам отвечать за пшеницу. Ну так и вот так вот. Да и работников у нас уже много, 7 свободных. Сколько там у нас осталось на поле? Окей, еще чуть-чуть. Да, мы его собираем, удаляем. Значит, заводы, точнее фабрики по производству бумаги у нас уже здесь готовы. Бобры сидят, ждут у нас бревна. Правда, зараза, эти товарищи не хотят сходить просто буквально в лес в 2 метра от их хижины и срубить бревно для своей работы. Им надо, чтобы это все находилось на складе, надо, чтобы им все это подтаскивали. Слушай, ну такие ленивые в этом плане. Вот те, которые трудятся именно как разнорабочие, да, как носильщики, прямо труженики, прямо не бобры, а пчелки. А эти, блин, конечно, те еще бобры, блин. И эти тоже такие два сидят, слушай, просто такие, просто пачка наглецов. Опачки, поля готовы. А здесь у нас 100% пошел сбор. Довольно быстро они его прямо ободрали. Ну там хотя было всего-то 40 единиц картофеля. Да, это мы удаляем. Нам это больше не потребуется. Здесь картошка надо будет выращиваться в другом месте. Здесь только кукуруза. Ой, господи, какая кукуруза, только морковка. Это я хочу, чтобы были еще кукурузные поля, походу. Подсознание прямо за меня пытается это все выдать. А вот и фабрики заработали. Смотри, да, начали потихонечку уже делать. Только у нас, к сожалению, еще не хватает нужного количества планок для строительства уже этого более продвинутой лаборатории, но я думаю, сейчас они бросят все силы для того, чтобы это все дело доделать. Тем более, заказы на планки у нас больше нигде вроде как и нету, да? Я вот смотрю, пока они тут бегают, таскают все. Слушай, а лес у нас очень неплохо растет. Реально, то есть две хижины, это более чем достаточно для того, чтобы снабжать древесины все наше поселение. Единственное, будет все, конечно, зависеть от того, какая у нас будет скорость потребления этой древесины, но вроде пока справляется. То есть и успеваем и сажать новые, да, деревья, и, соответственно, успевают они вырасти. Это важно. Здесь такая у нас даже молодая поросль какая-то идет, а здесь уже такие более взрослые у нас потихонечку переходят деревья. Как раз таки пока мы срубим эту часть, подрастет это. А по поводу еды, хорошо, что мы с вами построили здесь домик, и на всякий случай у нас здесь могут находиться ветки. Вы посмотрите, я еще ни разу здесь ничего не срубил. И видите, какие они мелкие, видите, как они медленно, очень медленно растут. Чтобы нам добиться вот такого, наверное, леса, еще пройдет лет 100. А срубится за одну секунду. Опачки, наша первая лаборатория подъехала. У нас здесь уже работает сензал, требует 4 бумаги. У нас их сколько находится? У нас их 14, кстати. И сейчас будет нам давать Science Point. Кстати, у нас их уже 244. Мы это как раз таки нам потребуется для 400 очков и открыть эту мега крутую пилу. Мы все равно ее построим здесь, а эти здания оставим. То есть, если что, мы просто их будем выключать. Если нам потребуется большее количество древесины, досок, то мы будем их как-таки некие бонусы подключать. Правда, не совсем выгодные в плане производства, но деревья-то вроде как есть, бревна вроде как имеются, поэтому почему бы и нет. О, и вторая построилась, ты смотри, классно. Смотрю на эти пеньки. Жалко, что их нельзя никак отсюда вырубить. Вообще никак. То есть, блин, как-то удалить бы их, что ли? Не? Не, не работает вообще. Никак. Обычное удаление тоже не работает. Ну и тотальная вырубка, естественно, тоже. Ну что ж, ребята, да, я на этом моменте закончу эту серию. Неплохо так сегодня посидели, пофармили, построили новые лаборатории, объединили. Теперь у нас мелкие пилорамы и, соответственно, производство новых материалов в виде бумаги. Да, папер, это все правильно, это бумага. Вон, видишь, даже на защепках они такие у нас к окнам пришпандорены, то есть, типа, сушатся. Прикольно сделано, да. Если ждешь следующую серию, интересно, что будет, если какие-то есть идеи для строительства или, может быть, организации данного поселения, обязательно пиши. Мне интересно, что думаешь по поводу этого леса. Вот если честно, мне вот прямо интересно, вырубать его или все-таки пока оставить? Или устроить там какую-то некую пляжную зону для наших бобров? Фиг знает. Пиши в комментариях. Все. Всех обнял, поцеловал. До новых встреч. Всем пока.